Прошло 10 дней с нашей первой вылазки на речку. Вот теперь мы по новой выехали. Вдруг рыба уже проснулась. Бесконечно могу смотреть на то, как горит огонь, течет вода и работает кто-нибудь другой. Рыба-то, конечно, проснулась, но пока у нее сил хватает на то, чтобы плескаться где-то и обкусывать червячков. Но крючок в рот не берет. Чалится одинокий автозак.